пассажиры, трамвай. Два друга. Один едет на трамвае, другой идет навстречу трамваю. Смотрим график движения. Посмотрите внимательно. Там точкой отсчета является встреча. Идет, не замечает, а другой едет и в окошко смотрит. Да? И вот этот момент взят за начало отсчета. Один так и поехал в трамвае, пока не доехал до остановки. А другой идет себе, идет. Но тот выскочил из трамвая и побежал его догонять. Ну и поскольку он бежал быстрее, чем тот шел, ничего не подозревая, смотрел по сторонам, то он его догнал. Вот точка, да? Осталось только правильно зарисовать себе в тетрадь. Пассажир трамвая заметил знакомого, который шел вдоль линии трамвая в противоположную сторону. Спустя 10 секунд пассажир вышел из трамвая. Спустя 10 секунд пассажир вышел из трамвая и пошел догонять знакомого. Через сколько секунд он догонит знакомого, если он идет в два раза быстрее знакомого? Ну, давайте скорость знакомого обозначим за А. Человек наш идет в два раза быстрее, значит, скорость в два раза больше. Два. Два А. Два. Наш человек идет в пять раз медленнее трамвая. Это как мне обозначить скорость трамвая? В пять раз медленнее трамвая. 10А. Молодец. А почему? Ну, в пять раз быстрее трамвай едет. В пять раз быстрее, чем человек идет, а он в два раза быстрее, чем знакомый. Поэтому, если отсчитывать от знакомого, получится 5 умножить на 2а, 10а. Это правда. Вам нужно найти, через сколько секунд он догонит. 10 секунд, через 10 секунд трамвай остановился, и знакомый бросился догонять своего знакомого. Теперь надо повнимательнее посмотреть, записать. Что нам удобно сделать? Так как у нас здесь есть 10 раз, то удобно, например, 10 секунд взять клеточку, да? А соответственно расстояние вот здесь взять 1 к 10. Здесь 10 клеточек возьмите. Понятно, да? 1 к 10. Соответственно, здесь у нас получится 1 клеточка. И вот эта точка будет тоже 1 клеточка. 1 к 1. Вы видели? 1 к 1. Потому что мы берем А вычислять. То есть вот это у вас должна идти под углом на 45 градусов. По бисектрисе она идет. 1 к 1. Теперь нам осталось узнать наклон третий. Наклон третий будет какой? Как 1 к 2. Нужно 2 к 1. Вот у вас выходите из прямоугольничек 2 к 1. Рисуйте ему диагональку. У вас прямоугольничек, одна клеточка на две клеточки. И вы рисуете диагональку. И ждете, когда сойдется. Как сойдется, сразу мне скажите, сколько это будет расстояние, которое идет наш человек. Вот это. Оно складывается из расстояния, которое проехал трамвай за 10 секунд. Да? И, соответственно, трамвай ехал со скоростью 10А. И он ехал 10 секунд. Расстояние, которое прошел его товарищ за Т секунд.